Все тут же и тот же Круз. Вот он, укутанный у нас. Шел ход вот до чего. Хозяину надо полить фары. Вот так мы его весь укутали. Я специально капот открыл, чтобы вот эти места вот прошлифовать, потому что тут разворот, а что да. Вот, ну, часть ребристую мы сейчас заклеим еще, как бы не до конца. Ну, вот такая вот диспозиция нарисовалась. Не люблю я, чтобы по машине или куда-то летели арки полироли там или еще что-то, поэтому всегда заклеиваю вот так все. Это все копейки, там 70-80, ну пусть рублей этот чехол стоит, плюс скотч, плюс то, плюс все. Вот это лучше потом выковыривать, вымывать, выдувать, вычищать все это. Времени потратишь на все вот эти вот нюансы. Так что вот заклеиваем. Ну и опять все то же самое я покажу, что и как делается. Вот. Просто-напросто я люблю фары полировать, когда сняты. Здесь как бы большая ответственность лежит, чтобы не шлифануть где-нибудь краску. Поэтому надо вот такой бронелент в 2-3 слоя заклеиваю. Вот, к сожалению, бронеленточка стала хуже, тоньше и как бы, ну, сейчас все дорожает, все уменьшается. Раньше наматывали вот так вот, как мой палец. Сейчас наматывают вот так. Поэтому приходится больше покупать. Ну ничего, сейчас вот доклею здесь. Вот, вот так по торцу, вот там здесь не полируется. Вот, заклею еще вот эти части вот. Немножко, чтобы не колыхались. Вот, вот эту часть. То же самое надо подклеить, как здесь. И тогда можно полироваться столько, сколько надо. Ну что же, начинаем. Вот он трезак 3000. Вот они наши фары. Смачиваем. И начинаем проходить трезаком. Вот. Потихоньку, помаленьку начинаем шлифовать. Извиняюсь, но не получается у меня и работать, и снимать, поэтому буду работать. Ну что же, пошлифовал я. Вот, рупер, спасибо. Трезаку тоже спасибо. Фары наши слегка помутнели, что истина. Вот, вот такие вот стали мутные. Ну это потому, что мы чуть-чуть порезали блеск. Сейчас будем их полировать обратненько, чтобы они у нас заблестели. Ну все то же самое, что и раньше, в предыдущем видео тоже. Нет смысла тут особо замудряться. Вот. Первый, второй, третий номер и все, и красота. Ну что же, вот получились наши фары. Вот такие. Вот такая вот оптика стала. Сейчас еще от полироли надо простереть ее, потому что тут все грязно с полиролем. Везде вот все забрызгано, замызгано. Вот, ну все заблестело.
Теперь фары будут светить гораздо лучше. Вот их видно. Так. К сожалению, и просматривается то, что вот в фарах внутри пыльца. Вот. Пыльца это просматривается. Ну, что делать? Бывает и так. Ну, ничего. Все равно, по-любому, то, что стало, намного, чем то, что было. Вот так. Опля. Тут тоже, но тут внутри. Она как бы мутненькая, вот эта вот поверхность. Да, вон даже она такая шероховатая. Видно. Ну, такие фары стали. Вот. Красивучие. Вот я опять замотовал. Вот, и тем не менее, риски. Вот они. Видны. Они настолько глубокие. Кто их так драл и чем. Вот опять содрал там какую-то сотку, полторы сотки, и все равно риска есть. Такое впечатление, что они вообще там снутри, эти риски, блин. Но опять же, чтобы вот так сделать идеала, вот, надо фары снимать, а так можно просто на их повредить краску, повредить вот это вот все прилегающее. Почему? Потому что, ну, это не шуточки. Сейчас будем полировать опять. Полирнул, то же самое. Если вывести, все равно риски, вот они под ногтем. Они видны. Так что я извиняюсь. Либо мы снимаем фары, либо уже так как есть. Я вот переполировал и эту, и ту. Вот. Ну, как бы большой я не увидел. Вот я опять замотовал. Вот, и тем не менее, риски, вот они, видны, они настолько глубокие, кто их так драл и чем. Вот, опять содрал там какую-то сотку, полторы сотки, и все равно риска есть. Такое впечатление, что они вообще там снутри, эти риски, блин. Ну опять же, чтобы вот так сделать идеала, вот, надо фары снимать, а так можно просто на их повредить краску, повредить вот это вот все прилегающее. Почему? Потому что, ну, это не шуточки. Сейчас будем полировать опять. Вот, полирнул. То же самое. Если вывести, все равно риски, вот они под ногтем, они видны. Так что я извиняюсь. Либо мы снимаем фары, либо уже так как есть. Я вот переполировал и эту, и ту. Вот. Ну, как бы большой я не увидел.